Более 5500 человек остались без света в Тотжинском районе. 21 сентября там произошла аварийная остановка дизель-генератора, сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Тыва. Причина выхода из строя – попадание охлаждающей жидкости в корпус турбины. Необходимые запасные части имеются. В результате в трех населенных пунктах Тотжинского района – Торахем и Адыр-Кежик – введено веерное подключение электроснабжения с интервалом в 4 часа. На всех 10 социально значимых объектах имеются дизель-генераторы. Они работают в штатном режиме. В Терехольском районе Тувы зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,2 балла. Землетрясение произошло в половине 12 ночи 20 сентября. По оперативной информации, колебания земной поверхности в населенном пункте не ощущались. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Системы электроснабжения и связи работают в штатном режиме. 70 литров контрафактного спиртного изъяли полицейские в Бурнхемчикском районе, сообщили в региональном министерстве внутренних дел. На 48-м километре автодороги Акдаурак-Абаза сотрудники ДПС остановили для проверки автомашину иностранного производства под управлением 49-летнего жителя Чадана. В ходе досмотра автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли 60 бутылок водки без акцизных марок. Установлено, что указанная алкогольная продукция принадлежит 50-летней женщине, пассажиру автомобиля. Еще один факт выявлен на том же участке дороги. Сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомашину марки УАЗ, за рулем которой находился 21-летний житель села Хандагайты. При досмотре транспортного средства сотрудники полиции обнаружили в салоне и изъяли 80 бутылок водки без акцизных марок, принадлежащие водителю. Изъятая сотрудниками полиции алкогольная продукция направлена на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Тыва. В действиях пассажира и водителя транспортных средств усматриваются признаки административного правонарушения. По данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.